Получение водительских прав для студента колледжа транспорта и дорожного хозяйства Александра не самоцель, приятный бонус к основной специальности автомеханика. Только в отличие от курсов, экзамен по вождению как учебному предмету сдается спустя год практики. Это ничего, уверен парень, есть время отточить все элементы. Хотя с ними и так все в порядке. Особо сложного ничего не было. Сначала была эстакада, но с ней справились быстро. Сколько примерно времени ушло? Примерно одно вождение, часа два. И все начало получаться. Только теперь отрабатывать придется в два раза больше. С 1 сентября вместо трех элементов на экзамене придется исполнить 6. Автошкола при транспортном колледже первой начала готовиться к переменам. За 2 недели перечертили всю разметку. Инструкторы заверяют, паниковать кандидатам в водители не стоит. Новые правила дают и свои послабления. Меньше здесь стало сейчас остановок перед упражнениями и в конце. Этого не требуется, в отличие от того, что это было по необходимо по старым правилам. И весь процесс, как бы, упражнения, которые сейчас у нас выставлены, закольцованы и выполняются быстрее по времени. Кроме того, при выполнении упражнений на новой площадке допускаются 3 мелких ошибки. При оценке инспектором, экзаменатором каждого кандидата в водители будут выставляться уже не оценки, как раньше балловая система была, а просто система будет сдал, либо не сдал. Есть перечень типичных ошибок, которые подходит под статью «не сдал». Ошибиться целых 2 раза с 1 сентября разрешат и в тестовой части, в том случае, если промахи допущены в разных тематических блоках. Но при этом за каждый неверный ответ экзаменуемому придется ответить на 5 дополнительных вопросов. При этом к 20 минутам, которые, как и раньше, отводятся на основную часть, добавят лишь 10. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, Вадим Акимов. Программа «Город».